Коллерцинг помогает вам быть в курсе вашего бизнеса, уведомляя вас о важных изменениях данных, так чтобы вы могли быстро принимать решения. Он обеспечивает интеллектуальное оповещение для ClickSense, помогая вам знать, где искать проблемы или возможности. Создавайте интеллектуальное оповещение на основе данных с расширенными статистическими расчетами и трендами, которые помогут вам проактивно находить выбросы и аномалии. Критерии оповещения могут включать стандартные вычисления, сравнения, процентные изменения во времени и многое другое. Наша уникальная функция детализации сканирует все возможные значения показателя, оценивая их по критериям и предупреждая вас по мере необходимости. А поскольку оповещения зависят от контекста, они учитывают выбранные параметры при создании и связывают пользователей непосредственно с дашбордами для последующей работы. Кроме того, могут быть созданы системные оповещения для мониторинга работы ClickSense и информирования администраторов о важных системных событиях. Click Alerting поддерживает как самообслуживание, так и централизованное управление оповещениями. Пользователи могут легко создавать персонализированные оповещения с помощью интегрированного пользовательского интерфейса в ClickSense. Администраторы могут централизованно определять и управлять данными и системными оповещениями. Оповещения могут быть запланированы на определенный период или запущены при перезагрузке приложения ClickSense, а также доставлены по нескольким каналам, включая индивидуальные электронные письма и специальное мобильное приложение. В отличие от других систем оповещений, Click Alerting полностью управляется данными. Это означает, что оповещения не привязаны к конкретным визуализациям и вместо этого постоянно контролируют все ваши данные. С помощью Click Alerting пользователи ClickSense могут получать своевременные уведомления и выполнять проактивные действия в бизнесе, основанные на изменениях, без необходимости регулярно проверять показатели.